Вітаю всіх, друзі! Знову ми з вами на зустрічі. Хто на каву, хто на чай, хто на шампанське, хто на вино. А в нас сьогодні зустріч з моїм другом. Дуже романтичний співак, класний, модний, стильний, яскравий. Найголовне для мене, що він найголовніше, що він дуже щирий. І я завжди з ним люблю спілкуватися. І зараз прямо його додаю до нашої розмови. Чекаємо, він ще не зайшов. Ну, я поки що трошки поговорю про це, про нього, про мого прекрасного, неймовірного друга. О, так, шукаємо, де він. Угу. Я вас запрошую приєднуйтесь до цієї розмови. Я собі заварила чай. Я люблю чорний чай. І трошки додала аромату персикового чаю, так змішую. Я взагалі так хімічити люблю. То я вам, о, давайте привітаємося. Вітаю! Дуже рада всіх бачити. Ви, будь ласка, за нашою розмовою, за початком цієї розмови стежте, тому що ми, ну, цікаво щось будемо сьогодні. Привіт! Так, де ж мій Артур Босо? Ну що ж ти будеш робити? Нема мого Артура, ще він не прийшов до нас. Так, чекаємо на Артура. Коли він з'явиться, я побачу його в нашій стрічці. Так, всім доброго вечора, гарного настрою. Вітаю, друзі. Ну як ви? Як ви проводите цей час? Ще не втомилися? Так, Прилуцький, Тетяна, давайте зробимо завтра ефір з вами. Я теж артист. Ну, я ознайомлюсь з вашою творчістю, щоб була розмова. Знаєте, завжди цікаво говорити з людиною, з яким ти, ну, так, на такій короткій ноті можеш поговорити, бо ти знаєш, чим артист зараз, душа його зайнята, що він шукає, які відповіді, які питання. Так, ну, дивлюся, бачу, що щось я не бачу нашого Артура. Запізнюється мій гость. Так, а ну, будь ласка, Маша Бобровська, мій менеджер, директор моя прекрасна, чарівна, вітаю, ви вже тут. А ну, наберіть Артура, тому що не знаю, де він, щось не з'являється. Бачу, що всі вже зайшли. Привіт із Житомира, привіт! Так, послухайте пісню «Зайка», підпишіться на мене. Добре. Звичайно, мені буде цікаво. От, ну, дивіться, сьогодні в нас буде така якась цікава розмова. Я от замислювалась над тим, мистецтво як такий комплементарний вид творчості. І наскільки можна вгадати, знаєте, пісню в подарунок, наскільки можна вгадати настрої людей, наскільки можна от влучно потрапити в те, що хоче від нас слухач. Якщо це жінка, то, звичайно, хочеться сподобатися і чоловікам, і дівчаткам, ну, подружкам. Так, привіт, дівчатка, вітаю всіх. Ну, де ж? Привіт із Одеси. Так. І хочеться завжди просто сподобатися, щоб пісня сподобалась, щоб образ, щоб настрій, щоб от такий стан душі сподобався. І, звичайно, ти чекаєш, очікуєш на компліменти, і ти все робиш для того, щоб любов глядачів і увага глядачів була на твоєму боці. Ну що, ще раз анонсую. У нас сьогодні розмова з Артуром Босо. Все, він вже приєднався. Нарешті. Зараз я тебе не чую. Я тебе не чую, Таня. Так. А ну, слышно? О, а зараз чую, так. Так. Як жива? Супер, супер. Я очень рада, що ти з нами. Я вже сказала сьогодні, що ми, по-перше, я налила вже чаю, зі мною вже. Я теж вже поки ми готувався, налив собі в турецьку чашку чаю. Ну, я вже розказала, значить, що я, поки тебе не було, я сказала,
що ти яскравий, романтичний, вмієш любити, що ти активний, цікавий, молодий і завжди прагнеш до самовдосконалення. Ну, а що ти про мене розказала? Скажи, що про мене? Так я про тебе пишу. То ти про якогось ідеала кажеш, а про мене що ти сказала? Ну, вибач, це я тебе так сприймаю, я не знаю. Я тебе з поганої сторони не знаю. Ми з тобою знайомі 150 років в обід. Значить, знайомство Не будемо говорити ту дату. Да, ну я ж говорю 150. Значить, тим більше, що мені тільки вчора 85, а вже 150 пройшло, розумієш? Ну, в мої 95 ти ще молода. Ну да. Согласна, обмінялись компліментами. Вот з цього ми і починаємо. Вот тобі, во-первых, всі з тобою здоров'я. Вітання тобі та Тані. Магдалинівка, здравствуйте, Магдалина. Житомир, здравствуйте. Да, ну вітання від тебе, тому що очікують, що ти, як ти привітаєшся, що ти скажеш, а тоді піде розмова. Послушайте, ну, во-первых, я хочу всем, как бы это ни звучало неоднозначно, я всем вам желаю всем здоровья. Будьте здоровы и самое главное, берегите себя и не забывайте быть счастливыми, потому что счастье дает нам здоровье. Класс. Ты знаешь, вроде кажется, в наше время такие простые слова. Мы вот когда были не на карантине, не в это время, да? Так, у вас прическа, Артур, такая же, как и у меня. Отлично. Это кто, женщина вообще сказала или мужчина? Мне интересно. Я ее немножечко, правда, завернул, а так вообще такая, как у тебя, да. Вот. Сейчас я романтичный. Сейчас я строгий. Какой вы хотите, чтобы я был? Не, вот с собой в основном. Знаешь, мы с тобой познакомились в Харькове, и это было настолько интересное время, опять же, 150 лет назад, и мы тогда были очень смелые, нам казалось, что жизнь — это бесконечный процесс, и понятно, что простых, банальных, вроде как бы простые слова нам казались банальными, если честно, да? А сейчас простое «здравствуйте», простое пожелание здоровья, хорошего настроения, прекрасного вечера, и мы же с тобой выходим в этот эфир. Зачем? Чтобы порадовать наших поклонников, друзей, родню, всем передать привет, поторговать лицом и спросить, как у вас дела. Слушай, Танюш, я хочу тебя поддержать в этом. Ты знаешь, буквально совсем недавно, ну, меня часто посещают такие мысли, вообще, для чего я нахожусь на сцене? И вот буквально, ну, может быть, год тому назад мне пришло какое-то такое, ну, во время выступления. И я понял вообще, ой, я тебе говорю, у меня аж мурашки бросают. Для чего я вообще нахожусь на сцене? И я понял, для чего. Во-первых, понимая, что мы с тобой предварительно обсуждали, понимая, что мои песни посвящены женщинам, и они такого комплементарного характера, и я понял, для чего нахожусь на сцене и что я несу. Все мы выросли с вот того времени, рожденные вот там вот. И вспоминая нашу молодость и вспоминая так, как нас воспитывали, ведь нас воспитывали так, что мы не умеем и не могли говорить комплименты. Ведь вспомни нашу школу, садики, как нам говорили родители, как нам говорили учителя, воспитатели. Что ты выделываешь? Тебе что, больше всех надо? Что будь такой, как все, не выделяйся. Знаешь, ты помнишь вот эти вот фразы, которые вкладывались нам в голову? Потому что наша жизнь — это последующая жизнь. Это зерна, которые были посажены в детстве. И вот нас в детстве не научили говорить комплименты. И мы как мужчины, вот я от лица мужчин могу сказать, мы как собаки. Мы понимаем, а сказать не можем. Понимаешь? Так поэтому ты поешь, Артур, ты скажи. По собачьи пою и по собачьи живу, согласен. Но... Нет, ну, скажи, знаешь, у тебя круто.
получается это делать? Имеется в виду высказывать песнями, да, вот эти комплименты женщинам бесконечное количество раз, потому что, ну, да, слушай, вроде песня из трех нот у тебя, да, ну, ты, какую не возьми там, и «Ты, тильки ты», и «Курортный роман», и вот это твой хит, господи, вылетел из головы. «Я без тебя», ты хотела сказать. «Я без тебя», да. Ну что, ну о чем? Ну, вроде как просто все, но с другой стороны, какая-то такая искра и какая-то такая искренность подачи этого момента, что нужно... Комплименты словами вроде так и не скажешь, а песни? Ты знаешь, все простое, вся истина в простоте, это раз. А, во-вторых, ты знаешь, ну, если взять каждую песню, вот вроде казалось бы, они простые, два прихлопа, три притопа, но если вчитаться в текст, то текст на самом деле, он несет очень такую... очень важный месседж. Каждая песня — это определенная история, которая описывается в этой песне. Она воспринимается легко, и слава Богу, что люди ее воспринимают легко и воспринимают. Слава Богу, что они слушают и подпевают, потому что это, возможно и легко им сделать. И важно донести, зачем говорить с человеком, говорящим на немецком языке, говорить с ним на английском, если он все равно этого не поймет. Поэтому нужно человеку говорить на доступном языке. Поэтому и текст легкий, чтобы люди его воспринимали вот как, знаешь, поэзия. Здесь, понимаешь, основа поэзии не в каких-то терминах, а в словах, которые употребляются каждый день. Ты говоришь вот так каждый день, так же это проговаривается в песне. Знаешь, ты как вокалист должна меня понять. Итальянская школа пения. Как говоришь, так и поешь. Да. Точно так же и в тексте. Как говоришь, так и доносишь информацию и доносишь текст в разговорной речи. И это очень важно. Ну, во-первых, у нас сейчас девочки пишут, уже начали активно включаться. У нас есть наша с тобой подруга, которая присоединилась. У нее сегодня день рождения. И она попросила у тебя там буквально 4 строчки из песни подарить ей прямо сегодня. Может быть, она поднимает тост. Может быть, мы в виде чая поднимем за ее здоровье этот тост. Подари ей несколько... может быть, фразочку, чтобы человека поздравить и отметить в этот день. Процитирую просто свою песню. Я считаю, это гимн песни для женщины, которая называется «Самая любимая». Для нас, мужчин, вы все самые любимые. И ты для нас самая любимая. И кусочек песни для тебя. Самая любимая на земле, самая счастливая, как во сне, самая желанная для меня, ласковая, нежная, самая. Ты самая любимая, и знай об этом. Любовь вокруг тебя. Ну, вот. Поднимаем бокал чая. Ну, встанем сюда. Девочка, будь здорова, потому что я называю девочками, подружками женщину любого возраста, потому что в первую очередь мы ощущаем себя вот такой, какой ты сказал, самая любимая. Это опять же комплиментарный припев, понимаешь? Это ну, конечно, как комплимент, да, женщине, знаешь? И у меня вот ощущение такое, что когда ты поешь эти песни, у тебя внутри какой-то солнечный свет. А скажи мне, ассоциируешь ты свои песни с парфюмами, с ароматами? И каким ароматом, каким вот вкусом цветочным, шипровым, может быть, пудровым, может быть, еще каким-то восточным, каким ароматом для тебя пахнет любовь? Мне, скорее всего, я не буду, наверное, особо там... У меня музыка ассоциируется больше с цветовой гаммой. Я вижу в цветах это. Но если брать с парфюмом, то это... Вот если ты видишь на заднем фоне, у меня есть цветок «Женское счастье». Да, вот. Такой беленьким таким. Да, красивым. Вот, белые лилии. Многие говорят, что он не пахнет.
он не издает аромат. Этот цветок у меня издает аромат. Он пахнет, вот такой тонкий, такой нежный аромат от него исходит. Но все-таки запах любви у меня ассоциируется с запахом сирени. Ой, скоро это пора, скоро, да. Вот буквально. А знаешь сейчас почему? Потому что, во-первых, я живу возле ботанического сада. Я когда это позволяло, сейчас, к сожалению, нет возможности бегать, а я бегал, ну и буду бегать. Я бегаю каждое утро в ботаническом саду. И, в-третьих, вот когда ты бежишь по этим рощам, сиреневым рощам, это до потери сознания. Вот два аромата. Это сирень и это липа. Это два аромата, которые ассоциируются у меня с чувством, романтическим чувством, вот такое. Ну, во-первых, это весна, и, во-вторых, это ароматы нежные и здоровые. Ну и видишь, это афродизиаки на самом деле, и липа, и сирень. Это вот они к цветочным ароматам относятся, хотя, конечно, в них есть и вот эта нота древесная. И, безусловно, те, кто вот подбирают себе ароматы под настроение, я к таким отношусь, я люблю, знаешь, намешивать разных вот вкусных духов. И мне кажется, что какие-то с какими-то даже сочетаются. И вот интересно, знаешь, когда мужчина дарит женщине цветы, вот, например, если бы этой женщине было сегодня, я не знаю, сколько нашей имениннице лет, ну, допустим, пускай ей будет прекрасная цифра 35. Во-первых, какая для тебя женщина 35? Какие цветы ты ей подаришь? Какого цвета? И что ты, вот, воображаемая, вот, наш, мы не знаем нашу сейчас слушательницу, я не знакома с ней, по крайней мере, вот какие бы ты слова 35-летней красивой молодой женщине и какую бы песню? Песню мы уже сказали, самая любимая. А да. Вот... как она выглядит, какие цветы бы ты ей подарил, и какая она для тебя? Вот женщина 35 лет. Ты знаешь, я всегда прислушиваюсь к своим внутренним эмоциям и к своим чувствам внутренним. Допустим, когда я иду куда-то и на день рождения, и покупаю какой-то букет цветов, я не покупаю самый дорогой букет цветов. Я покупаю тот букет цветов, который смотрит на меня. Вот я иду, когда, допустим, базары, много-много цветов, очень много красивых, и лилии, и какие-то эксклюзивные дорогие, и розы, и все. Оно все вроде как, но вот какой-то букет ты проходишь, раз, попал тебе в глаз, и все, оно твое. И ты берешь, и когда ты даришь букет цветов, неважно какие цветы, когда ты даришь букет цветов від широго сердца, від души, его этот букет будет нравиться всем. И это я уже в этом убедился. Поэтому я не могу сказать, что бы я подарил непосредственно конкретной девушке, женщине. Это нужно чувствовать. Ну вот, ты знаешь, вот розы нет. Женщина 35, я тебя спросила не просто так, потому что ты, мужчина, холостой. Мы все женщины сейчас обращаем на тебя внимание. Мало то, что ты красиво поешь. Но поешь ты красиво, это уже никого не удивляет. Песни твои все любят. Под них танцуется прекрасно, под них отдыхается чудесно, под них настроение всегда значит, буквально поднимается на глазах, это мы все знаем. А вот сейчас перед всем женской аудиторией сидит Артур Босса. Я его, значит, вытягиваю на какие-то откровенности. Зачем я тебя спрашиваю про эту женщину 35 лет? Во-первых, потому что я тебе желаю именно такую, потому что считаю, что женщина, которая, ну, еще вот не 30 и не 35, вот она еще, ну, не того мудрости, не той качественной мудрости, которой вот я бы тебе пожелала, потому что ты человек очень такой со вкусом, опытный, да, у тебя есть. Значит, ты понимаешь именно то, что ты знаешь, что ты хочешь, ты чувствуешь людей. Тебя просто так вот, у тебя рентгеновский снимок в глазах, сразу видно, что ты так это все сканируешь.
Значит, мы тебе, девочки, сейчас все подбираем для Артура Босса невесту. А чтобы ее подобрать, нам нужен образ. Рисуем. 30-35. Раз. И какая? Что мы любим? Что у тебя предпочтительнее? Брюнетка, блондинка, голубые глаза, зеленые, карие. Ты знаешь, я тебя даже в данный момент немножечко приостановлю. Я тебе расскажу. Я считаю, что понятие «идеал», вот идеал женщины придумали мужчины-неудачники. А знаешь, да, почему? Почему? Потому что, ну вот, допустим, на своем примере, мне нравятся брюнетки, а мне нравятся женщины, ну, определенного характера, мне нравится, допустим, определенная длина ног, определенный объем груди. И тут я встречаю девушку, женщину, девушку, да, вот допустим, я на своем примере, встречаю девушку, она блондинка, и грудь вроде не, как бы не того размера, чтобы хотел бы, и ножки вроде как бы не так, а жить без нее не могу. И вот что здесь скажешь, идеал это или это химия? Я считаю, что идеал женщины – это идеальная химическая формула. Все. Вот. Ну вот смотри, очень важно, сейчас девочки меня, наверное, поддержат, потому что у нас разговор заходит на серьезную тему, значит, про любовь. Так хотел уйти куда-нибудь на ха-хап, не получается. Про секс пока не заходили, потому что нам сначала надо подобрать, как говорится, и идеальную химию, а секс — это любовь, а любовь — это химия, и все это, все про химию. Дальше там в эти вопросы, там, тонкости каких-то, Библию секса не читать не будем, нет. Но зато мы понимаем, что Артур Босса — это не человек, который клише у него раз, два, три, четыре и забыли. А он человек чувственный, интуитивный, у тебя должен быть отклик, реакция, и тебя должно зацепить. И эрекция. Ну, эрекция позже. Ну, прям сразу, что ли? Ну, подожди. Ну, ты же... Я же тебе заявила. Ну, это же естественный процесс. Ну, куда ж от этого? Ну, как бы... Ну, хорошо. Ну, давай тогда так. Давай остро. Заострим, значит, вопрос. Ну, вот, например, стоит такая, раз, такая красавица. А ты такой, раз, и химия. Так у тебя сразу тебе надо бежать прятаться от людей, бы стыдно. Чи якось воно там, спокойся, сердце цыть, як? Нет, когда как. Но ты понимаешь, не надо путать как-то не флирт, а как называется, господи, быстро хотел сказать. Как вот, любовь есть первый период такой... Конфетно-букетный, а вот первое время любви, он такой страсть. Есть страсть, а есть любовь. Да, есть страсть, есть любовь. Это разные вещи. А может быть такое, ты смотришь прям ух, один раз, и такой типа ах. Ты проверяешь. Ну, взрослые, тебе уже взрослая барышня нужна, поэтому проверка будет. Правильно я понимаю? Слушай, да. Ты знаешь, я тебе в любом случае хочу сказать, что если мы опять... Давай легко с этой темы уйдем, потому что мы можем договориться, что нас заблокирует Инстаграм. Я тебе хочу сказать, что в любом случае, в любых отношениях недостаточно... недостаточно платонической любви. Недостаточно. Секс очень важен в отношении. И если ты человека безумно любишь, и он тебе нравится, и все, и если вы не подходите в интимных отношениях, то, к сожалению, дальнейшего ничего не будет. Да, ну, правда. Ты понимаешь? Ну вот не будет. Да, как вы не любили бы друг друга чисто... не физически, а, допустим, ментально, да, допустим, вот. Ну, не знаю, понимаешь, мне кажется, все-таки, я так все-таки про совместимость поговорю. Во-первых, я не первый раз замужем, и я в своей жизни наделала много ошибок.
Но каждая моя ошибка, это не ошибка, что вот я такая дура, и партнер мой еще хуже, чем я о себе говорю, да? Нет, это все нормальные, интересные люди, яркие, все. Просто, понимаешь, вопрос совместимости для меня, он все-таки не в сексе. Доказано давным-давно, что женщина может приспособиться к мужчине, значит, к его там... всем, значит, параметрам и все-все-все, потому что женский организм, он гибкий, он приспосабливается. Точно при этом важно, чтобы была химия между людьми, это аромат, это подходящий запах, ну вот это неуловимое что-то, это вот эти, знаешь, феромоны всякие, вот гормоны, вот как женщина пахнет, как мужчина. Если это ты вдохновлен, и тебе хорошо, то тебе, даже если он мылся позавчера, все равно тебе вкусно. Из той серии, знаешь? Ну вот удивительная вещь, простая вроде такая, даже примитивная. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что не зря есть такая фраза о том, что важно не с кем засыпаешь, а с кем просыпаешься. И дело в том, что в этой фразе намного больше, чем кажется. Потому что, когда ты просыпаешься утром, если брать физиологию, да, человек да. всю ночь спал, это все дыхание. Все мы люди. И если ты просыпаешься с человеком, и тебе пофиг, да, что, как, вот, и тебя влечет даже утром, вот это идеал. Это химия. Чистая химия, да. И важно вот это, знаешь, я, например, могу сказать, что когда химия есть, прекрасно, но когда поговорить не о чем, то, конечно, это ужас. Слушай, ну когда есть химия, есть о чем поговорить. Но я бы хотел бы, знаешь, вот немножечко сказать о том, что вот это, кстати, в тебе сейчас говорит вот то воспитание тех годов, о том, что мы, женщины, мы умеем приспосабливаться. Нет. Вот как раз я говорю о том, что не надо приспосабливаться. Надо жить вот так, как тебе нравится. Ты хочешь сказать сегодня, блин, ну ты такая классная, скажи. Или... Я имею в виду другое. Я имею в виду, что физика, а не о физике. Если, зачем приспосабливаться? Если ты приспосабливаешься, значит, что-то тебе не нравится, и ты пытаешься подстроиться. Нет, не надо. Можно я буквально скажу? Половые органы женщины подстраиваются под половые органы и размеры мужчины. И это происходит во времени. Понимаешь? И они со временем качество своей любви просто настолько улучшается. Если ты любишь, если тебе хорошо, и ты живешь, не подстраиваешься под человека как личность, а тело подстроится, я про это. Вот под личность подстраиваться не нужно, понимаешь? Все, я понял, личность, да. Ну, это физический процесс, оно всегда подстраивается в процессе. Да, а вот то, что ты говоришь, это истина, когда ты живи как хочешь, потому что это качество твоей жизни, качество. Как ты ее проживаешь, ведь ни один день не повторится. Вот у нас, во-первых, люди спрашивают, вот чего ты на карантине сделал такого, чего никогда не хватало у тебя времени сделать вот до этого? Я выспался. Я выспался. Банально и очень искренне. Я тебе хочу сказать, Танюша, такую вещь. Я думаю, буду жить сейчас как настоящий артист. Буду как творческий человек. Буду просыпаться в час дня. Нифига. Семь утра, глаза вот так вот. Во сколько бы ни лег, я понимаю, что сон алкоголика краток, но в рамках карантина, но в любом случае, во сколько бы я ни ложился, Танюш, я всегда просыпаюсь я в 8:40, в 9 я смотрю на часы, а у меня уже голова как подушка квадратная такая, я уже не могу спать, нужно вставать, что-то делать, я уже в процессе, даже в постели что-то делаю. Так,
скажи мне, что ты нашел для того, чтобы себя вот самосовершенствовать? Что ты интересного для себя такого взял? Книга, не знаю, мастер-класс какой-то, тренинг. Что такого интересного, что ты открыл в себе вот уровень качества твоей жизни? Как оно изменилось? Я имею в виду, понятно, что ты расстроен, что ты не можешь пообщаться с людьми. Мы с тобой встречаемся, прям свидание, такой счастливый момент онлайн. Никогда бы не подумала, что могу такое удовольствие получать от того, что общаешься с людьми. И вот онлайн, даже онлайн это радость, потому что потрындеть можно, похихикать, там, поспорить, еще что-то. Вот что такого качественного ты нашел для себя интересного в этот период? Люди спрашивают. Во-первых, я для себя понял ценность общения с людьми. Да, это важно, друзья. Это вот как только ты его теряешь, ты понимаешь, что ты сирота. Ну, в плане том, что ты... Ну, у меня бывают такие моменты, что я, кроме кем, как с кошкой, поговорить не могу. Ну, это тяжело, конечно. А тем более мы с тобой, ты меня понимаешь, мы с тобой социально зависимые люди, и для нас общение с людьми очень важно. Это то, что дает нам вообще то, что орошает нас, как дает нам жизнь. Это очень важно. Именно то общение, тот контакт с людьми, потому что ты общаешься, ты обмениваешься энергией, ты даешь свою энергию. Ведь когда ты стоишь на сцене, перед тобой сидит там тысячный зал, допустим, и ты ж каждому отдаешь кусочек своей энергии. И я понял, что вот эта энергия, которая в нас есть, когда мы ее не отдаем вот этим тысячным публикам, она начинает нас в середине сжигать. Вот она настолько накапливается, и она выжигает нас в середине. Ну, вот. Во-вторых, я сейчас уделил внимание своему вокалу. Я начал развивать свой вокал, я начал заниматься какими-то вокальными упражнениями. То есть, в принципе, я как человек, имеющий два высших образования музыкальных, то есть, в принципе, и сам могу преподавать вокал. Но при этом я ищу какие-то новые для себя возможности моих возможностей голосовых. То есть я для себя там прохожу какие-то онлайн-тренинги, какие-то уроки вокала, что-то развиваю, пытаюсь как-то себя немножечко развить, какие-то новые фишки у себя найти. Может быть, даже и после карантина будет совсем другой артист. Ведь я когда начинал, Танюш, я когда начинал, ведь я начинал как певец джазовый соул. Вот стилистика моя была соул, джаз. У меня есть некоторые песни, если там кто может, то может даже в интернете найти старые-старые песни. И под некоторыми написано, что меня называли украинским Джордж Майклом. Но все-таки я понимаю, что это не моя музыка. Я человек славяно-поющий, и когда, допустим, у меня был период такой, что я жил в Греции полтора года и пел на различных языках. Я пел на итальянском, я пел на греческом, я пел на английском. И у меня был контракт с греческой рекординговой компанией, и поначалу мне это нравилось. А потом, ты знаешь, я понял, что я не могу донести слово. Ведь когда ты на концерте поешь, ты помимо музыки, ты же несешь слово, в которое каждое слово ты понимаешь и каждое слово ты доносишь, как историю, как эмоцию, и ты можешь его рассказать. А когда ты поешь на другом языке, который не свойствен тебе, ты это поешь искусственно. И я считал секунды до конца контракта, чтобы уехать оттуда и начать петь, продолжить петь вот на своем языке, на украинском, на русском языке, чтобы я мог донести мысль, ту, которую я хочу. Ну, а мысль может с каждым концертом меняться. Ты понимаешь, вот в зависимости от твоего внутреннего состояния,
любая из твоих песен, допустим, она на каждом концерте может быть другой. Вот у тебя такое состояние. Ты раскрываешь изнутри, изнутри, да? Да, да. Ну, во-первых, ты сейчас очень важный момент сказал, что это, ты в этом весь. Артур Босов — это очень искренний человек. И песни его такие и есть, потому что иначе это был бы не ты. Как говорится, всегда важно, да, нам всем нужны деньги, заработок, да, какое-то занятие любимым делом. Вроде в этой Греции деньги были, заработок был. Ты же не разгружал вагоны, ты пел, значит, любимое дело. А где будет оргазм от того, что ты делаешь? Ты понимаешь, вот важно не деньги. А совершенно другая история, когда нужно набраться смелости, стать лидером своей жизни, скажем так, да, пускай это там звучит как-то странновато в этом ракурсе, но взять себя за шкирку, поднять, уйти с определенных там финансовых историй, да, достижений, которые тебя вроде как, влекли, мотивация была такая, и все-таки прийти и начать сначала, отказаться от образа имиджа Джорджа Майкла, отказаться от соло и так далее, перестроить свой вокал, одеть музыкальную одежду другую, и пойти писать совершенно новую музыку, и, кстати, она у тебя очень хорошо получается. Я тебе скажу, я когда-то давно, все, что нас не убивает, нас делает лучше. Когда-то в 2000, когда у нас там был кризис? В 2012 году, если не ошибаюсь, финансовый кризис. Мы все поколение, которое на кризисах просто живем, так что... Мы выросли на кризисах. Вот, я тебе хочу сказать, что раньше я не писал песни. Почему я начал писать песни? Когда наступил вот этот финансовый кризис, я понял, что мне нужно что-то делать, а песни покупать я не могу, потому что если покупаешь у авторов, а хорошие песни стоят хорошие деньги, я понял, надо что-то делать. И тогда появилась у меня первая песня, которая называется «Только ты, как яркая звезда». «Только ты, и мир весь для тебя». Это была моя первая песня. И я понял то, что когда я пишу песни о том, о чем я хочу петь. И именно те, которые мне бы хотелось. Потому что когда ты покупаешь у другого автора, ты пытаешься эту песню на себя натянуть. А может быть вот так вот, а может быть вот так вот. И не всегда это получается искренно от души. А тут то, что я думаю, то и пою. Знаешь, лесом едем, лес поем. О чем думаю, о том и пою. Вот. Но это же просто очень близко тебе. И в результате того, что ты начал делать собственный продукт, выигрываешь от этого только ты. Но и ответственность за каждую песню берешь на себя только ты. Потому что, наверное, нашим поклонникам или нашим друзьям известно, что купить песню — это дорого, а ее создать, написать аранжировку, снять видео, раскрутить ее, донести, угодить радиостанциям, угодить вкусу радиослушателей, потому что мы делаем все не для того, чтобы кайфовать у себя на диване. Спел только ты, а почему-то песня больше всего «Я бы с тебе» набрала такого внимания. И я масштаба. Тоже и не могу понять, почему вот эта песня вот этого внимания огромного набрала, а ту песню, которую я считала, что вот вообще не... как-то так. А люди ее взяли, проголосовали сердцем. И я ничего с этим не могу сделать, это прекрасно, они просят именно эту и песню, и мы годами один и тот же хит поем и молим Господа Бога, пожалуйста, подари мне новую идею, новую мысль, и я возьму ответственность за эту идею, реализую ее, заплачу, вложу туда денег, посыплю сахаром, ванилином, цедра, лимона и подам. Ты не против, я закурю? Ты такую тему начала, что я начал нервничать. Нашим подружкам, которые здесь, неожиданный тандем, я вас люблю. Нам все-таки, им было все-таки больше интересно про секс, я смотрю. Нам пишет
это, Оксана Байрат пишет нам хорошего настроения, и что-то нас корректирует нас. Я смотрю, как, о чем мы говорим. Да, вот, да, это не может, да. А ты знаешь, Таня, можно я тебя называть Таня? Конечно. Просто мою сестру зовут тоже Таня, родную мою сестру, которая сейчас очень далеко от меня, и я, ну, нереально беспокоюсь о ней. Я тоже понимаю, что она тут, у нее двое детей, дети маленькие, ну как маленькие, там 6 и 8 лет, но все равно я беспокоюсь, потому что это кровь, это родное, и ближе нее у меня уже на сегодняшний день, кроме папы, никого нет. Ну, из женщин она самая близкая женщина, которая у меня осталась. Ну, ей пора спеть песню, потому что люди просят, спойте, пожалуйста, какую-нибудь из песен. Люди так, ну, говорится, прям так трогательно. Так это вот сейчас у тебя есть? Я тебе сейчас спою такой симбиоз двух песен, двух хитов своих. Я без тебе, серце в огні, я без тебе, очі сумні, я без тебе, тільки весна, а все потому, что, Танюша, ты для меня самая любимая на земле, самая счастливая, как во сне. Вот, ты понимаешь, можно комбинировать песни, я понял, что... Ну, комбинируем. Ну, ты мужчина-комплимент, конечно. Вот ты для меня вот это настолько классно умеешь делать. А ты знаешь, я сегодня проснулась утром, и у меня была такая история. Вот люди просят, спойте, Таня, песню про сестру. Ну, во-первых, твою сестру зовут Таня, и, конечно, я сейчас фрагмент этой песни спою. Таня, это потрясающая песня. Я смотрел этот эфир, слушал эту песню в твоем исполнении. Я обзавидовался до чертиков, потому что мне так... Но ты знаешь, я очень хочу, чтобы был... Вот хочу спеть песню... Знаешь, вот пусть говорят, что дружбы женской не бывает, но я просто хочу о том сказать, что между мужчиной и женщиной тоже есть дружба. Есть. Ты понимаешь? Это прямой подтверждение. Да, и есть. Это неправда, что не может быть... мужчина, женщина не могут дружить. Могут. Дружат не мужчина и женщина. Дружат люди между собой. Два человеческих создания. И поэтому неважно, какого пола ты. И я так хочу вот такую песню. Я со слезами сидел, смотрел твой эфир, и со слезами мне так понравилась эта песня. Вот просто понравилась. Благодарю. Знаешь, это настолько важно. Мы как детей рожаем эти песни. И хочется же показать миру, да, если ты заговоришь про... Ну, как там твой ребенок? И мама, любая мама, и папа могут коротенько на 2 часа буквально, значит, рассказывать о всех достоинствах, о глазках, обо всем. И вот эта песня «Сестра», я благодарю всех, кто ее так поддерживает и любит, потому что для меня это самая высшая награда. У нас около 250 тысяч просмотров, это в карантин, понимаешь? Когда мы не можем зайти в студию, когда мы не можем, ну, ничего вообще создать ничего. Поэтому мы можем только петь. И я посвящаю своим сестрам, близким по духу, девочкам, подружкам, твоей сестричке. Спой, пожалуйста, хотя бы кусочек. Пожалуйста, я тебя умоляю, спой ее. Если б знала я наперед, если б знала, что такое счастье, я бы им делилась с тобой. В моей жизни стала ты частью. Я всегда гордилась тобой, я всегда тобой любовалась. Ты подарена мне судьбой, ты моей сестрой оказалась. Ты моя родная сестра, мой любимый лучик света. И блестят от счастья глаза, в сердце ты зимой и летом. Я тебя душой обниму, в холода тебя согрею. Не отдам тебя никому, я с тобою все сумею. А ведь об этом может спеть и мужчина эту песню о своей сестре.
А какие у тебя глаза, а какая у тебя улыбка, как твой голос красиво звучит, он звучит, как первая скрипка. Я тебе эту песню пою. Ой, плакать буду. На бис, на бис, на бис. Хорошо слышно? Класс. Да. Если б знала я наперед, если б знала, что такое счастье, я бы им делилась с тобой. Моей жизни стала ты частью, я б всегда гордилась тобой. Я всегда тобой любовалась, ты подарена мне судьбой, ты моей сестрой оказалась. Ты моя родная сестра, мой любимый лучик света, и блестят от счастья глаза, в сердце ты зимой и летом, и я тебя душой обниму, в холода тебя согрею, не отдам тебя никому, я с тобою все сумею, сумею. А какие у тебя глаза, а какая у тебя улыбка, как твой голос красиво звучит. Он звучит, как первая скрипка. Я тебе эту песню пою. Я тобою всегда восхищаюсь. Больше всех я тебя люблю и всегда к тебе обращаюсь. Ты моя родная сестра, мой любимый лучик света, и блестят от счастья глаза, в сердце ты зима и лето. Я тебя душой обниму, в холода тебя согрею, не отдам тебя никому, я с тобой все сумею, сумею. Потрясающе. Потрясающе. Ага. Слушай, но эта песня может звучать как и от мужского рода, так и от женского рода. У меня мой брат, я сегодня утром проснулась, думаю, у меня будет эфир с Артуром Боссом. И мы с тобой дружим, мы очень близки по духу, мы можем часами говорить, это бесконечная история. Я подумала, а ведь эту песню не только девочка девочке может спеть, сестра сестре, а ведь ее может спеть и брат своей сестре. Угу. Но ты понимаешь, что важно в песне, когда каждый человек ее может оценить со своей стороны. И ты, я понимаю, что эта песня была писана для двух женщин, которые считают себя сестрами. Но вот ты сейчас каждое слово направлена к моей сестре. Я ее обожаю. Она для меня мое солнце. Она для меня моя жизнь. Она для меня все. Вот реально все. Это, ну, ты знаешь, это не математика, это химия. Ты понимаешь, даже в песнях есть химия. Да. И тут... Так, знаешь, как с друзьями мы говорим? Как мы с друзьями в такой момент говорим? Так вот, я ему и говорю. Вчера на Черном море выбросили 2 мешка зеленого чая. Так рыбы все поздыхали. Ну, потому что надо как-то уйти из этого эмоционального вообще, просто душа вот такая. Да, потому что мы сейчас можем очень далеко зайти, и ты знаешь, как там... У меня был мой первый учитель, мой творческий учитель. Это Вадим Мулерман, который, кстати, был тогда членом жюри, где мы с тобой первый раз познакомились. И я тебе хочу сказать, буквально недавно
с моим директором, мы сидели здесь же, на этой кухне, я перебирал старые фотографии, и я нашел фотографию, где финал конкурса имени Клавдии Шульженко, и стоят все артисты, и стою я, и стоишь ты. Я говорю, вот Таня Пискарева, брюнетка, в таком черненьком комбинезоне таком вот ты была. Да. Я говорю, это Танюша Пискарева. И вот тогда мы с тобой первый раз познакомились, это был мой первый учитель. И он мне сказал, что, Артур, ты должен понимать, артист, когда стоит на сцене, это психологическое оружие. Ты должен понимать, что ты можешь воздействовать на людей так, причем это может быть даже необратимо. Поэтому ты должен контролировать каждое свое слово, что ты говоришь, как ты говоришь, доносить эмоцию, доносить мысль так, чтобы это ни в коем случае не ранило как точно никого. То есть это, ты должен понимать, что ты несешь ответственность. И вот любое слово, особенно в твоей песне, да, которую мы сейчас, ну вот на основе твоей песни, это ведь... Это такой экскаватор в душу, который, вот знаешь, вот, а я вот так хотела ковшом, спросить... ковшом залазит и вытаскивает все твои, всю твою внутренность, всю твою вот так вот внутренность вытаскивает наверх. Это, ну, в этом сила слова. Да, поэтому ну, я... Это чувство, которое... Я ничего особенно не делала, это просто наше умение любить. Кстати, любовь и дружба, они очень похожи. Ведь любви много же не бывает, но я имею в виду, ты просто любишь жизнь, да, ты любишь людей. Но на самом деле дружба — это редкое качество, такое же редкое, как и любовь. Очень сложно встретить настоящую любовь, и также сложно встретить настоящего друга. Другое дело, что ты же в дружбе должен проводить с этим человеком, не должен, а желаешь, от всей души желаешь проводить с этим человеком бесконечное количество времени. А это же невозможно, мы же занятые люди. Но тем не менее, вот этот дар, качество, да, когда мы встречаемся, быть ближе всех на свете, что именно сейчас и происходит. И ты вот вспоминаешь эти моменты, это очень приятно. И мы заговорили о твоих учителях, да, вот ты назвал Мулермана. Как ты относишься к песням? Я знаю, что ты сделал потрясающую песню «Ты, только ты». Мне очень нравится, как ты ее сделал. А это известнейший хит «Золотый фонд украинской эстрады». Да. Расскажи это слово об этой песне и спой, потому что ну, песня бомбейская, все ее, безусловно, узнают. Ну, во-первых, с этой песней есть своя история. Я вырос во Львове и жил... по адресу во Львове улица Театральная, 23. А улица Театральная, 23 — это театр имени Заньковецької. То есть я жил именно в театре имени Заньковецької. То есть вот театр, а по бокам дома были жилые крылья. И у меня окна выходили на пожарный выход из концертного зала Заньковецької. И каждые концерты я стоял возле этих дверей и вот так вот слушал. И так случилось, что был концерт Оксаны Белозир, и она много песен пела, но эта песня настолько засела мне в голову, и так и с того времени я вот, она мне вот сидела, она вроде как бы и простая, и непростая, и легкая, и попсовая, но что-то в ней было. И тут буквально, прошлым летом я был на побережье Средиземноморья. И с моей хорошей знакомой, мы с ней встретились в одном отеле. И как-то мы сидели с ней, общались, и она любит вообще другую музыку. И я ей говорю, слушай, говорю, а я вот, мне вот нравится вот такая вот песня, она такая простая, и все, я ей напеваю. Ты, только ты. Она говорит, блин, какая классная песня. И вот тогда произошел какой-то такой щелчок, я думаю,
почему эта песня не звучит на сегодняшний день? Ну почему? И я решил ей дать новую жизнь. Я ее немножечко по-другому спел. Я ее немножечко по-другому донес. Я ее все-таки донес ее с мужской стороны. И она приобрела какой-то свой определенный такой вот шарм, эта песня. Я горжусь этой песней, которая вот появилась в моем репертуаре. Эта песня просим. Просим. Хорошо. Но у меня нет инструмента под рукой, чтобы я мог подыграть себе. Слушай, а я попробую сейчас, может быть, сейчас секундочку, может быть, у меня есть здесь... Фонограмму включи, баланс, мы сейчас... Сейчас. Просто это не очень хорошо звучит, когда фонограммка, а хорошо, конечно, когда фортепиано, но я сейчас посмотрю, ну, хоть какое-нибудь сопровождение, если оно... А слушай, а давай ты будешь играть, или... а ты знаешь гармонь, да? А, так сейчас, у нас задержка будет по звуку. Да. Я уже пробовала так. Задержка по звуку будет. Да. Угу. Ну вот, сейчас, секунду. Танюшенька, секундочку. Сейчас, может быть, заиграет оно. Угу, давай. Одна луна, ты на свете, притулок не вид зла и бит. Твоя любовь умея хриты, моя растопить навіть лід. Одна в мене ти на світі, і на тобі скінчився лік. Без тебе сонце тьмяно світить, хвилина довга, наче рік. Ти, тільки ти, ти повір, знайшла мене сама. Ти, тільки ти, долі кращої нема. Як зберегти промінь ласки у очах твоїх? Ти, тільки ти, мого щастя оберіг. Ну, от така от пісенька. Супер, вообще бомбей. Люди прямо сразу сердца пошли. Слушай, ну это... Мы как-то долго с тобой раскачивались, но после того, как это вот у нас интернет-перезагрузка произошла, так у нас эфир сначала начался. Так и нужно назвать следующую концертную программу. Перезагрузка. О, кстати, хорошая тема. Насчет да. перезагрузки. У меня будет сольный концерт в Октябрьском дворце 10 октября. И я пишу очень большое количество, много песен. И сейчас они все новые, понимаешь? Они какие-то все очень странные. Ну, например, предложение... Что сказали тут? Предложение должна песня «Ту-ту». Продолжение. Должна быть песня «Ту-ту-ту». «Ту-ту-ту», «На-на-на», «Мы с тобою вместе рядом», «Ту-ту-ту». Поет «Ту-ту-ту». А ну-ка давай «Ту-ту-ту». Это уже люди просят, знаешь. Усі розмови про дієту «Ту-ту-ту». Щодня заповнюю анкету «Ту-ту-ту». А там білки і вуглеводи, калорійність і вода. Та-та-та. Ту-ту-ту. І фітнес-тренер не жорстокий. Ту-ту-ту. Такий красивий синьокий. Ту-ту-ту. Що характерно одинокий. Та-та-та. А я красива, не худа. Я не худа. Я красива, не худа. Ой, слушай, классная песня, слушай. Это потрясающе. Ну, слушай, ты знаешь, самое главное, что мы можем иронизировать все. Вот я просто обожаю людей, у которых потрясающая самоирония. Ну куда деть? Слушай, ну, значит, детей нарожали, на карантине сидим, готовим пудинг. Не все.
Ну, мы тебе все проговорили, мы тебе ищем химию, чтобы у тебя было все, что ты хочешь, с химией, со всеми там процессами, песен попели, ты тильки ты спели, про любимую вот эту единственную спель. Ждем, ждем. Любимая, да. Все, да, теперь жду, 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 двери открыты. Как видите, двери открыты, жду, входите! Ну, понимаешь, ты же у нас парень так с виду вроде такой легкий, воздушный, а на самом деле попробуй тебе угодить, рассказываю. Значит, готовит этот парень потрясно. Любая хозяйка, которая хочет, ну, как говорится, чем-то его угостить, это надо еще прочитать килограммчиков пару кулинарных книг, рецептов, еще посмотреть. Да неправда, я тебя перебью. Неправда, я человек всеядный, и мне нравится. Ты знаешь, любое блюдо, приготовленное с любовью, неважно какое, оно будет вкусное. Значит, девочки, не слушайте его. Он, во-первых, нагло врет. Я, допустим, вроде неплохо готовлю, даже имею какие-то там свои там предпочтения и вкусы, и вроде люди какие-то там и смотрят, и меня лайкают, что я готовлю. Но когда ты пришел ко мне в гости, и мы с тобой готовили там, ты принес мне столько интересных нюансов, и что вот это нужно только так готовить, а вот это вкуснее так, а вот ты такой знаток мелочей, что я подумала, господи, слава богу, я не его жена. Слава богу, он уже уехал и не начинает комментировать, как я готовлю. Не-не-не, я не про это. Но когда мужчина знает столько классных, тонких вещей, которые умеет так круто и вкусно готовить, и разбирается, и понимает, какой продукт с кем сочетается, ну, честно говоря, начинаешь с легонца. Слушай, я тебе скажу, знаешь, мне задают вопрос, умею ли я готовить, я отвечаю, я не умею готовить. Но я безумно люблю этот процесс. И у меня нет кулинарного образования. Вот и все были у тебя в твоем ресторане, пишут, были в квартирном ресторане Артура. Да, знаю, вот да, люди были. Прямо сейчас, да, понимаешь? Да, были. Но я тебе, знаешь, что хочу сказать? Я тебе наведу пример. Вот просто пример. Я провожу очередную свою кулинарную вечеринку в квартирном ресторане Артура Боссо под названием «Тайский квартал». И готовлю блюдо там из Таиланда. У меня на первое был суп там-ям, на второе у меня была лапша с овощами и курицей, и на третье жареный банан там в блине, ну не важно. Охренеть. Короче, готовлю я суп там-ям. Готовлю. И ну, гости сидят, они же смотрят за этим процессом, они помогают, способствуют этому процессу, кто там что чистит, кто помогает там помешивать все. И тут, когда уже суп приготовлен, я собираюсь разливать по тарелкам этот суп. Одна из моих гостей говорит, которая пришла с мужем, и говорит, что ты знаешь, Артур, класс, вот суп там-ям, супер. Мой муж прожил 3 года в Таиланде, и он обожает этот суп. Таня, у меня по спине холодный пот. Мало того, что я его никогда не готовил, я его никогда не пробовал. Я даже не знал, какой он на вкус этот суп. Я его просто в интернете прочитал состав, даже не смотрел процесс приготовления, рецепт. Просто что входит туда. И интуитивно сам там что-то мешал, калашматил, знаешь, как бабка-ворожка, то бросил, то не бросил, там засыпал, то этот вот. И она мне говорит как раз в том процессе, когда я ему уже наливаю эту тарелку супа. Я чуть сознание не потерял, вот я серьезно говорю. И вот он пробует, ест. Знаешь, что он мне сказал? Он говорит, Артур, а как у тебя получилось достичь того оригинального вкуса, как готовят в Таиланде? Мне, и человеку, значит, мне человеку, который его никогда не готовил и никогда не ел. Вот честно тебе говорю, никогда не ел. А я тебе объясню самый главный секрет. Какой? Я просто не бздел готовить. Вот понимаете, как можно мужчину удачно женить, если он готовит так, что попробуй ему это же надо подобрать. Если он, когда готовит, он не бздит. Так это о многом говорит, Артур. Это говорит в принципе о том, что ты смелый человек. Если ты делаешь это классно,
Ну так, послушай, любая женщина в твоем присутствии закомплексует. Вот я, например, я бы комплексовала. Я просто уверен, что дома я готовить не буду. А кто ж будет готовить? Любимой-то, в постель. Любимая. Слухай, ну я знаю, поговорю и расскажу, что ты готовишь так смачно, что нехай вона тебе, значит, вдохновит, как полагается. То есть путь к сердцу женщины лежит через желудок. Раз, тут блинчики, тут суп тамьян, раз, 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 и пошел. Я очень хочу... Слушай, я на этом карантине, Танюша, я налепил 300 вареников, 250 пельменей, 100 блинов, все стоит в холодильнике, никто это не жрет. Покажи, вот просто. Покажи. Возьми ж телефон, покажи людям, нехай люди знают. Вот вареники, но я их разложил по пакетам, вот вареники. Да ты что, это ты сам все делал? Боже, Остаток блинов? Так я скажу, ты вареники, лаги, пельмени, но, все. Ты знаешь... Тим, так, задом наперед, давай, рассказывай, что там написано. Артур Боссов, ты знаешь, но я понял, вот, ты мне задала вопрос, что ты для себя на карантине нового приобрел? Это не я, это люди задали вопрос. Так вот, у меня же есть серия вечеринок, квартирный ресторан. И я подумал, мне дома все равно нечего делать. И знаешь, к чему я сейчас пришел? Я придумал такую фишку «Гуляш под ваши двери». Это что такое? Это не мужчина, это нечто. Смотри, значит, я готовлю гуляш. Это куриный, это говяжий. Вот. Офигеть. Готовлю гуляш, но пока только среди своих друзей и знакомых, а их столько много, что в морозилку уже не помещается, я готовлю для них и доставляю им под дверь. Офигеть. Ну вот сейчас, понимаешь, ты там, девочки, я вас прошу, кто там не замужем, берите, пока горяченькие, смотрите, гуляш готов. Друзья просто говорят, как, вообще как? А я им говорю, а сколько мы должны за это заплатить? Оценил так, чтобы продукты окупились и газ, который я трачу на своей кухне. Вот. Но я тебе хочу сказать, что когда блюдо приготовлено с любовью, неважно, какая цена. Ну, это правда. Тебе тут, кстати, признаются, хотят попробовать господин Прилуцкий, который, творческий человек и... Такой яркий, я с ним не знакома. Просто я вижу, что он все время что-то пишет. И какой, он хочет... Господин Прилуцкий просит тебя угостить его варенечками. Но он песни активно нам предлагает. В эфир он, как говорится, свою кандидатуру выдвигает. Вареников у Артура Босса просит. Так что, я не знаю, пора бы нам уже пожениться в этом месте. Пригласить его в кумовья к нашим детям и все остальное. Господин Прилуцкий все время посещает мои эфиры. Благодарю вас, дорогой. Это очень приятно. Песня «Зайка», я уже ее предложение ее услышать. А господин Прилуцкий, вы не из Прилук? Ну, слушай, ну не все ж по Фрейду, чего ж ты. А кто его знает? Значит, Пизанская башня тоже в Пизе. Так, ну, раз мы заговорили за Пизанскую башню, про кулинарию было, про любовь было, про секс было, буквально в самых его, как бы... Про секс было, но секса не было. Ну, онлайн. И вот так вот, Танечка, вот так вот всю жизнь поговорили и разошлись. Так, значит, мы уже проговорили, закончили эту тему.
Тебя на Нет, всю... я бы все-таки... Все, молчу, молчу. Тебя на всю страну все про тебя раскрыли. В этом видеоблоге, друзья, я просто счастлива. У меня какой-то культурный оргазм от того, что я так рада послушать, какой много... интересный и содержательный. Ой, ты появилась, слава всем богам Олимпа, ты Господи, появилась. Да что ж такое? Ты пропала, я ж перепугался, меня в пот бросило. Вот реально, ты, значит, ты вот так вот пропала, и потом через минуту ты говоришь, Значит, я же все время... Ты все время со мной общалась? Я все время трынжу. Причем я тебе расскажу, что я говорила, пока у тебя пропало. Давай, one more, please. Я рассказывала, что посмотрите, какой многогранный. Это чистый культурный восторг. Сегодня увидеть этого артиста в таком человеческом многогранном ракурсе. Про секс было, про любовь было, про кулинарию было, про красоту было, про парфюмы было, про комплименты было. Чего еще не было? Счастье, так мы тебе его все дарим. Мы все твоя родня, мы все твои друзья, мы поклонники. И благодарю сейчас всех, кто присоединился к этому разговору. Впервые в моей жизни такой градус эмоциональный, что онлайн просто интернет вышибает. Не выдерживает просто этого качества. Мою морду этот интернет не выдерживает. Нет, качество нашей жизни зависит от нас. И то, с каким удовольствием ты эту жизнь живешь, Артур, сегодня услышали люди, которые были с нами на нашем разговоре. Я тебя благодарю и всех благодарю, кто присоединился. И сейчас твоя финальная реплика, потому что ты герой нашей встречи, и мы с таким удовольствием обсудили все на свете, что хочется вот какую-то финалочку такую зафиналить красиво, как ты умеешь. Ты знаешь, ну, как я умею, Танюш, я могу, я всегда придерживаюсь одного. Все в нашей жизни происходит от того, что у нас... Ой, какой у тебя красивый фон. Все, что в нашей жизни происходит, все то, что у нас в головах. И все и это мы проецируем в нашу жизнь. Поэтому, дорогие мои друзья, дорогие наши подписчики, дорогие люди, которые смотрят нас сейчас, и ты, Танюша, в том числе, могу сказать одно. Мечтайте, потому что мечты имеют свойство сбываться. Счастья вам, добра вам, здоровья и самое главное, берегите себя и окружающих. Люблю вас. Благодарю.